есть определенного образца акты мобильной группы выхода. Сейчас каждый из вас получит этот акт. Есть памятка, которую мы будем раздавать нашим предпринимателям. Предварительный инструктаж мобильной группы. В нее входят представители городской администрации, службы занятости, в данном случае сотрудники Северного рынка. Специалисты выявляют тех, кто работает без каких-либо документов. Управление соцзащиты был зарегистрирован. Здесь все в порядке, даже есть специальное удостоверение. В любом случае вся информация заносится в специальный бланк. А тому, кто стоит за прилавком, выдается памятка. Если это наемный работник, то ему напоминают о праве на отпуск, пенсию, больничный. Индивидуальному предпринимателю рассказывают, что, уходя в тень, он обманывает уже сам себя. Предпринимателю лучше зарегистрироваться, потому что, во-первых, он будет знать, что у него в будущем будет пенсия. Он отчисляет налоговый, соответственно, показывает свою декларацию и о доходах. И если вдруг захочет взять, например, кредит, да, то тогда уже ему проще будет. Человек, который нигде не работает, он не может взять кредит, он не получает пенсии, у него нет больничных. Поэтому это в первую очередь защищенность социальная. В основном продавцы здесь сами индивидуальные предприниматели. Однако бывает, что на одного человека 2-3, а то и все 5 договоров аренды. Тогда физически необходимо нанимать помощников. В этом случае 2 торговых места находятся друг напротив друга. Предприниматель поясняет, что легко управляется с обеими точками. Те, за кем большое количество мест в разных концах рынка, приедут ближе к лету. Но это не значит, что к ним не заглянут. Мы на системной основе будем проводить такие мероприятия. Постоянно, монотонно, рынки, предприятия общественного питания, предприятия санаторно-курортного комплекса. Раз в месяц мы будем заседать нашей комиссии и будем разбирать конкретно людей, которые допустили какие-то нарушения, будем передавать эти документы в соответствующие органы, будем, соответственно, подкрепляться мнением трудового инспектора, который курирует наше муниципальное образование. В муниципалитете нацелены на конкретный результат – защиту прав наемных работников и, что также немаловажно, поступление налогов в бюджеты всех уровней, а значит, решение самых разных социальных задач. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.